Всем привет! Сегодня мы построим персонажа из игры «Игра в кальмара». Используя мой туториал, вы можете построить не только этого персонажа, но и любого робота, какого захотите. Перед началом туториала давайте посмотрим, что он умеет. У меня получилось сделать очень красивую анимацию хотьбы, движения рук и ног. Также у него вращается голова для поиска жертвы. В конце лазерных лучей находятся две пушки. В режиме PvP это сразу уничтожает вашего противника. Время туториала. Строим титановую платформу 3 на 3 блока. У колес скорость ставим на 5, а крутящий момент на максимальный. У правого колеса включаем обратный поворот. С руками поступаем также. Скорость на 5, крутящий момент на максимальный. Только теперь у левого колеса включаем обратный поворот. У нас получилась красивая анимация ходьбы.
Не повторяйте мою ошибку, не ставьте опору снизу. На эти титановые блоки ставим колеса. У верхнего колеса вращающийся момент тоже ставим на зеленый и скорость на 5. У всех блоков, которые ниже колес, отключаем коллизию. Верхнее колесо отвязываем, потом привязываем на клавиши EQ. Еще у лазерных лучей нужно убрать коллизию. Наверху ставим камеру, которую привязываем на клавишу C. Сохраняем и проводим испытание. Если все работает, приступаем к декору. Когда делаете декор, ни в коем случае не задевайте механизмы. Ставим пластины платья под углом 5 градусов.
Теперь делаем углы. Сначала поворачиваем блок на 45 градусов, а потом еще на 5 градусов. Thank you.
У всех механизмов прозрачность ставим на 100%, но сначала проверяем, не касается ли их декор. Надеюсь, у вас все получилось. На этом наше видео заканчивается. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Games. Всем пока!